Станок для заточки инструментов Promo ON800. Это многофункциональный и высокоточный агрегат. Он используется для заточки и шлифовки цилиндрических частей и торцевых поверхностей сверл, цилиндрических, хвостовых и некоторых фасонных фрез. В стандартную комплектацию включено большое количество дополнительных устройств для крепления и фиксации обрабатываемых деталей. Всего 20 позиций. Правый и левый конек. Жесткий центр 60 градусов. Жесткий центр 60 градусов с выточкой. Эксцентриковый механизм для точения сверл с мерником. Оправка для шлифования с промежуточными кольцами 16, 22 и 32 мм. Шлифовальный диск – чашка. Шлифовальный диск – плоский. Шлифовальный круг – конический. Алмазный диск. Приспособление для заточки токарных резцов. Подпорный ограничитель. Электрический поворотный механизм. Регулируемый вращающийся механизм. Трехкулачковый патрон. Алмазный центр с держателем. Набор фланцев для дисков. Набор инструментов. Станок подключается к сети 380 вольт и имеет трехфазный двигатель. Шлифовальный диск совершает 2800 оборотов в минуту. Возможность поворота диска на 50 градусов в обе стороны значительно расширяет возможности станка. Защитный кожух делает работу оператора безопасной. Максимальная длина шлифования 330 мм. Заточный узел поднимается и опускается удобной рукояткой на шкиве. Это позволяет быстро выполнить настройку по высоте в диапазоне 120 мм. Для заточки с разных сторон нет необходимости вынимать детали с центра, так как ее положение можно изменять в трех плоскостях. Рабочий стол имеет продольный ход стола 175 мм, а поперечный 100 мм. Шкала Нониуса с делением 0,3 позволяет максимально точно позиционировать заготовку. Для хранения оснастки и аксессуаров в основании станка имеется шкаф. Это позволяет всегда иметь все под рукой. Высокая точность обработки, экономичность и простота эксплуатации станка – все это подтверждает, что техника Promo для профессионалов и умелых рук –